все-таки сумел в зону атаки прорваться. Снова Фисенко, шайба за воротами. И за лицо выехал, и сам бросает, отбивает Демченко. Здесь еще попытка. И воу, это гол! Вот так неожиданно! Павел Акользин отыгрывает одну шайбу. Причем бросок с острова, даже там с нулевого угла. И вроде бы Демченко возле ближней штанги. А шайба заходит в ворота. Любопытно. 3-1. Да, тройка Фисенко, Николенко, Акользин. Очень продуктивно поиграли в атаке. В первом эпизоде шайбу не получилось забросить. Но затем уже с другой стороны все же отправили шайбу в ближний угол ворота.